Короче, люди, у меня новости. Я по-быленькому. В ночь на 21 августа вступает в силу правительственная программа по возвращению кэшбэка туристам, которые решат отдохнуть на просторах своей родины. Поэтому, если вы еще не определились с отпуском, или вы вдруг по какой-то непонятной мне причине смотрите в сторону Великобритании, Турции и, не дай господи, Танзании, то вы прекратите это делать. А все потому, что правительство вернет вам деньги. Поэтому вам нужно иметь карту МИР, с нее провести быстренько платеж, заплатив полную стоимость проживания. Ну и потом автоматически каким-то чудесным образом денежки вернутся вам на карту. Вот лично я пока еще не определилась, где хочу погреть свои молодые косточки, но уже по-быленькому оформила карточку МИР. Вдруг я таки решусь поехать куда-нибудь, ну типа в Геленджик, а мне хоба и кэшбэк.